Желтоқсан көшесіндегі жаяу жүргіншілер өткелінде бағдаршамның жасыл түсі жанды. Карта маршрута на городских остановках и тротуаром со светодиодами – голос диктора телеканала ОТРАР Алимхана Дуйсингалиева. На шымкентских перекрестках заговорили светофоры. Загорелся зеленый свет пешеходного светофора через улицу Желтоқсан. Специальное устройство предназначено для людей со слабым зрением. Горожане услышали и уже оценили работу новых устройств. Говорят, что в подобных громкоговорителях город нуждался давно. В области проживает более 109 тысяч инвалидов по зрению. Молодцы, правильно. Давно нужно было установить такие светофоры. Конечно, нужны. Они очень помогают людям с ограниченными возможностями, маленьким детям и, конечно, молодежи, которые стали крайне невнимательны на дорогах. Принцип работы говорящих светофоров прост. Громкоговоритель уведомляет пешеходов, куда горит зеленый свет, вплоть до названия улицы на двух языках – государственном и русском. Многие люди сюда звонят, кто дал телефон, они в акимат. Ой, он говорит, надоело уже. То есть говорить. Они жалуются, по ночам спать не дают, да? Начался имбусный пардашин, да, вот на тватрим. Подобные светофоры мы планируем установить на всех центральных перекрестках города. До конца года установим 20 говорящих устройств. Всего же на балансе светофорного хозяйства числится 167 светофоров. Теперь остается настроить график работы говорящих светофоров, чтобы они не мешали горожанам в ночное время суток. Бахром Абдуллаев, Талгат Абдинабиев, Константин Гавшев, информационная служба телекомпании ОТРАР.